Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Противник несет значительные потери на всех направлениях. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на Солидарском направлении общие потери 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины насчитывают уже около 2500 человек, что составляет 60% ее численного состава. Практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Украины. Ее потери превысили 80% численного состава. В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины. На уничтоженных объектах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин. На этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют тыловые районы. Руководством Вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий. Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве загранотрядов. Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское в подчинение оперативной тактической группы «Солидар». Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ. На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморская Одесской области. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены 6 пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашова и 2 батальонов территориальной обороны в районе Николаева, 3 склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад Покровской и Николаевской области и Центр подготовки подразделений Вооруженных сил Украины в районе Очакова. В рамках контрбатарейной борьбы поражены 3 взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска, 4 артиллерийские батареи в районе Северска и артиллерийский взвод 152-мм гаубиц «Гиацин-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерии поражена живая сила и военная техника противника в 142 районах. Российскими истребителями Су-35С сбиты 1 самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Николаева и 1 Су-25 в районе населенного пункта Адамовка Донецкой Народной Республики. Также российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Надеждовка, Зеленый Гай Николаевской области, Скадовск, Давыдов-Брод Херсонской области, Изюм, Нарцовка, Новоплатовка, Дебровная, Брашковка, Питомник, Малые Проходы и Грушевка Харьковской области. Перехвачены 6 украинских баллистических ракет .ру в районах населенных пунктов Скадовск, Новая Каховка Херсонской области и Грушевка Харьковской области. И 12 снарядов реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Чернобаевка Николаевской области, Глинская, Изюм, Долгенькая, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк, Крестное, Гробское, Макеевка, Криничная и Октябрьская Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 234 самолета, 137 вертолетов, 1479 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3935 танков и других боевых бронированных машин, 724 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3102 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4064 единицы специальной военной автомобильной техники.